Ванны, трубы и все, что магнитится. Именно такое имущество в первую очередь пользуется спросом удачных воришек. С наступлением летнего огородного сезона фактов становится больше. Чтобы их предупредить, еще с 29 апреля саранские полицейские начали профилактические рейды и патрулирование садоводческих обществ. Всего за время проведения мероприятий с 29 апреля проведено 43 рейда мобильных групп, выявлено 26 административных правонарушений, досмотрено более 400 единиц автотранспортных средств, более 100 граждан. В ходе рейда участковые полномоченные полиции и патрули ППС рассказывают, как защитить свое имущество. Некоторые огородники примеру следуют, говорит председатель Союза садоводов Мордовии Михаил Батин. Например, в товариществе «Охотник» дачники защитили себя за свой счет. Значит, это у нас 7-й проезд. Здесь у нас установлена в этом году камера и ворота. То есть камера выходит на дом сторожа. В доме сторожа установлена система видеонаблюдения на все камеры. То есть здесь будет происходить фиксация. Отдельное внимание полицейские в ходе рейдов будут уделять автолюбителям. Ведь багажники или кузовы машины в дачном поселке может оказаться старый бак, водопроводная труба или даже фрагменты забора. Почему? В МВД отметили, что подобные рейды продолжатся до окончания дачного сезона. Хотелось бы обратиться к гражданам, имеющих приусадебные участки, дабы более трепетно относиться к сохранности своего имущества, не оставлять его без присмотра. И при выявлении каких-то подозрительных граждан, лиц, занимающихся скупкой различного рода цветного металла, черного металла, обо всех таких случаях незамедлительно сообщать в дежурной части МВД по Республике Мордовия. Екатерина Чермянина, Артем Руденко. Программа «Происшествия».